Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас снова видеть и встречать вас такими видами на нашем канале агентства недвижимости в Испании Alex Home Invest. С вами ваш менеджер Эльвина. И сегодня мы, не знаю, угадаете или нет по вот этим видам, мы сегодня находимся недалеко от Кальпы, будем смотреть здесь виллу с шикарной территорией, и давайте о ней чуть попозже, а сначала хочу заострить ваше внимание на видах. Вилла имеет панорамные виды на Кальпы и, помимо Кальпы, еще и на Морайру. Сразу скажу, что ближайший город – это у нас Морайра, всего 10 минут на машине, а более крупный город – это Кальпы, 20 минут на машине. Вся необходимая инфраструктура, сразу отмечу, у нас находится в Морайре. Ну, а что касается пляжа, то до пляжа можете добраться всего 3 минутки на машине, вы на пляже. Ну и давайте, наверное, вам расскажу про саму виллу. У нас территория виллы имеет 20 соток, сам дом – это более 500 квадратных метров. И дом интересно сделан, он расположился у нас на трех этажах, то есть они полностью, все три этажа, они независимы друг от друга, поэтому на первом этаже вы можете сами жить, на нижнем расположить друзей, на верхнем тоже, например, детей или каких-то неожиданно приехавших гостей. Есть помимо этого еще и много дополнительного пространства. Но об этом, наверное, чуть позже, а давайте проведу вам немножко экскурсию по нашей территории. Как вы видите, мы сейчас находимся в районе террасы, это именно бассейн. Ну и посмотрите просто вот эту большую территорию самой террасы. Конечно, самая изюминка, вы уже сами могли это видеть, это вот эти вот панорамные виды у нас с любой точки. Здесь открываются виды на бескрайнее просто море, не видно и берегов, и горизонта, и, конечно, на сами города тоже. И вот эта вот зелень очень приятна. И помимо этого, у нас дом сзади, например, окружен оливковой рощей, оливковыми деревьями, поэтому у вас не будет никаких соседей сверху, то есть у вас больше приватности. С этой стороны у нас соседи никак не мешают, дома все находятся ниже. Единственный дом – это вот белый по левую сторону от меня, но там вы можете посадить дополнительные деревья, и у вас таким образом создаться прям полная приватность. Тут вы действительно можете прям, я не знаю, наслаждаться, жить и вот этими видами, собираться с друзьями, действительно много всего, что можно сделать. Но давайте, наверное, мы сейчас сначала зайдем в наш дом и посмотрим его, а потом постепенно буду вам показывать другие этажи и территорию. Сейчас мы с вами зашли в нашу закрытую террасу, идеально подойдет именно для использования в зимнее время. И обратите внимание, она очень большая, сделана Г-образной формой. И, конечно, вот с этой же террасы открываются абсолютно такие же виды, как у нас открывались с нашей летней именно открытой террасы. Конечно, очень много места, чтобы, и мне кажется, тут собираться с гостями, прям большой-большой семьей, с друзьями можно, потому что поместится, можно прям такое застолье устраивать. И, конечно, помимо этого, обратите внимание, очень много натурального камня использовано. Также у нас потолки все это с балками, с вигами вот этими вот старинными. Вообще сразу скажу, что у нас дом имеет такой старинный стиль, именно для тех вот, кто любит раритет, это будет ваш вариант. Ну и давайте, наверное, сейчас перейдем в самую основную часть, в гостиную, которая у нас идет прямо по, можно туда зайти вот из этой террасы. Кстати, пока идем, скажу вам также, что у нас везде в доме окна пластиковые с двойным стеклопакетом, с большой внутренней камерой. И что мне еще нравится, что они достаточно витражные, то есть очень высокие в длину именно. Ну, давайте пройдем в саму гостиную.
Гостиная у нас расположилась несколько уровневая, так как у нас есть еще немножко подъем, именно сторона с камином, где можно собираться, например, зимой с какао или там с горячим глитвейном, в этой части читать книги, очень действительно приятно сделано. Ну а сама вот эта часть тоже, она довольно просторная. Как уже говорил, у нас дом выполнен полностью в таком старинном стиле. Конечно, если вы любитель старины, если вы не любитель хай-тека, то идеальный вариант, потому что ничего менять не нужно, в принципе, будет. Но если вы, конечно, хотите более что-то современное, нужно будет поменять мебель, и, конечно, вам придется немножко и стиль менять. Мне лично эта мебель импонирует, она хорошего деревянного качества, добротная, которая будет служить вам долгие годы. И помимо этого, у нас сразу отмечу, что также из гостиной есть выход в коридор, где расположился главный вход, и выход на кухню. Давайте мы сейчас пройдем на кухню и из кухни вот так вот обойдем, выйдем к главному входу. Что касается кухни, довольно много места, и что мне особенно нравится, вот возле раковины есть окна с видами прям вот на Кальпы, на море. Но в идеале, конечно, насколько я это вижу, было бы сделать, это убрать вот эти вот стены и открыть нашу кухню, соединить с террасой закрытой. Тогда у вас было бы вообще одно большое пространство, и, конечно, в таком пространстве особенно удобно, что-то приготовили, сюда же вынесли, не нужно будет обходить. Но кухня, сразу отмечу, конечно, что гарнитур, вот минус, насколько вижу, не прям современный, его можно было бы какой-то, не гарнитур, простите, а бытовая техника можно было бы поменять. Гарнитур я бы оставила такой же, но вот бытовую можно было что-то осовременить. Ну и, как я уже сказала, у нас кухня сделана немножко Г-образной формой. Она у нас, вот так в нее можно зайти, а вот с другой части выйти. Тут дополнительное помещение именно для хранения, дополнительное пространство. Также есть окошки для проветривания, чтобы ничего у вас тут не было застоя воздуха. И здесь расположилась стиральная машинка у нас и дополнительные полки. И смотрите, у нас также вот из кухни, да, мы с вами обошли и можем выйти в наш коридор, в наш главный вход. Коридор очень просторный, как уже говорила, мебель такая добротная, деревянная, именно в таком раритетном стиле. Посмотрите, например, вот на такие шкафы, очень красиво, на мой взгляд. И что касается здесь, то мы из коридора сейчас с вами вот были в гостиную, мы сейчас снова возвращаемся в нашу же гостиную, и давайте поднимемся в другую ее часть, посмотрим наши спальни, которые расположились прямо вот в другой части гостиной. Как я уже сказала, общая площадь самого дома – это более 500 квадратных метров. И у нас на первом этаже расположилось 4 спальные комнаты. Давайте начнем с первой из них. Первая спальня сейчас используется как именно кабинет. На самом деле идеальный, мне кажется, вариант для кабинета вот с такими видами работать и наблюдать. И можете вы при желании, конечно, сделать и как спальню его использовать. Проходя дальше, тоже отмечу, пока идем, что везде у нас на полу, вот мне нравится, чем вот такой старинный дом, что у нас везде на полу такая плитка именно в старинном ее виде, очень красиво сделана. Я бы пол оставила таким, как есть, вообще ничего не меняла. Ну и мы плавно с вами заходим в нашу вторую спальную комнату. Это не главная, не хозяйская спальная комната, хотя вполне возможно могла бы на нее претендовать, так как, посмотрите, очень просторная. У нас окнами она выходит на наш же задний дворик и также имеет свою ванную комнату, точнее санузел с душевой кабиной. Ну и давайте посмотрим остальные наши спальные комнаты. Третья по курсу, третья спальная комната тоже используется сейчас как кабинет с шикарнейшими просто видами на море. Кабинет у нас, в принципе, может использоваться и как комната, так как имеются встроенные шкафы. И прямо напротив этой спальни у нас расположился дополнительный санузел. Очень удобно, гостевой, имеет саму раковину и туалет.
Ну и сейчас давайте с вами пройдем в нашу главную спальню. Кстати, отмечу, что пока не зашли, если у вас не такая большая семья, например, вы всегда можете вот эту спальню соединить с главной, и у вас будет вообще одно большое пространство. В принципе, главная спальня хозяйская, она довольно просторная. Сразу отмечу, что у нас, вот смотрите, это вход в главную нашу спальню. У нас, можете обратить внимание, есть встроенные шкафы, также есть свой санузел дополнительный. И помимо этого, вот сама спальня, она в принципе не сильно большая, достаточно стандартная, двуспальная кровать. Вся мебель, как я уже сказала, раритетная. Можете при желании что-то поменять, какую-то сохранить. И почему главное? Потому что у нее есть выход на вот такой небольшой балкончик, на свою террасу. И с видами на бассейн, с видами на море. Просто окружено вот море, нас огибает все виды. Просто берет действительно шикарнейшие виды. Ну а сейчас давайте выйдем с нашего главного этажа именно и пройдем. Обойдем дом и посмотрим второе жилье, то есть это как бы отдельный вход, отдельное жилье, которое у нас расположилось именно на нижнем этаже. Ну и выходя с главного нашего входа, давайте мы обратить внимание, еще вам не показывала вот эту часть территории. Здесь у нас расположилось гаражное место, и на самом деле вы еще здесь можете сделать дополнительный какой-то навес, и больше у вас машин здесь поместится, и при этом будет в тени. Что мне здесь нравится, это обилие вообще цветов, обилие, точнее, даже деревьев, наверное. И наверху, как уже говорила в начале, есть оливковая роща, поэтому у вас больше приватность, наверху соседей нет. Ну и после гаража давайте мы сейчас хочу показать вам, что там ниже это наш главный вход, именно главный въезд в виллу, а здесь с этой стороны абсолютно независимо от главного нашего жилья, главного дома, есть вход на нижний этаж, где расположилось другое абсолютно независимое жилье. Давайте его и посмотрим. Как видите, абсолютно свой вход, поэтому здесь абсолютно можете гостей каких-то сюда селить, друзей, либо каких-то дальних родственников. Сразу при входе у нас есть свой санузел, что мне здесь очень нравится, выполнен он из натурального камня. И проходя дальше, у нас сразу отмечу, что, например, в этой части расположилась большая двуспальная кровать. При желании, конечно, здесь вообще можно сделать дополнительную какую-то зону, либо зону гостиной. А проходя дальше, вот именно в той части хозяева используют как полугостиная, полу такое жилье. На самом деле тоже, что мне здесь особенно нравится, это что есть своя независимая кухня. То есть у вас вот прям отдельная квартира, которую вы даже можете, кстати, сдавать, какой-то Airbnb, например, и у вас дополнительно своя кухня, свое такое общее пространство, и при этом у вас есть вот даже отсюда виды те же самые, что у нас из террасы. Ну и сразу, как уже отмечала, у нас в таком стиле более раритетном, как видите, мебель даже, да, такой старинный стиль, на такой свой вкус, кому-то может понравиться, кому-то может не так зайдет. Ну и что хочется из технических тоже характеристик, очень важный момент отметить, что у нас везде пол, как внизу на этом этаже, так и на нашем главном, где мы с вами были, и наверху, на третий этаж, который нам еще предстоит посмотреть, весь пол у нас отапливается, и вы можете регулировать температуру. Очень удобно, особенно для зимы. Ну и также есть дополнительное пространство, дополнительная кладовочка, очень просторная. И давайте с вами сейчас снова выйдем, покажу вам еще один очень интересный элемент на этом, именно на этой нижнем этаже, и потом уже с вами поднимемся наверх. Ну и гостей, которых вы будете селить именно здесь отдельно, им на самом деле будет особенно хорошо, особенно удачливо, потому что у нас рядом прям с этим жильем, нижним этажом, также расположился винный погреб с двумя холодильниками для вина, также есть полочки для хранения, поэтому, конечно, дополнительный плюс, если вы любитель вина и действительно ценитель его. Ну и давайте сейчас с вами посмотрим наш третий этаж, где у нас расположилось также отдельно независимое небольшое жилье, либо комнатка. Сейчас увидите сами.
Ну и пока поднимаемся, как я уже говорила, территория очень большая, более 20 соток. И, насколько вижу, вот тут есть очень много земли, очень много можно сделать таких небольших огородиков, выращивать, например, свои и оливки, и какие-то фрукты. Тут хорошо пойдут и мандарины, и апельсины, поэтому всегда можете жить и прям своими плодами своих собственных деревьев, фруктами наслаждаться. Ну, а мы с вами потихоньку подходим к нашей башенке, где у нас расположилось именно третье такое отдельное жилье. Я не знаю, это жилье, сейчас сами посмотрите, назвать ли это жильем или все-таки как бы отдельной комнатой. Давайте сейчас покажу. Как можете обратить внимание, расположено это уже возле крыши. Крыша у нас черепичная. Ну и, собственно говоря, вот наша комнатка. Смысл, я думаю, в ней будет либо из нее сделать такой прям полноценный кабинет, потому что действительно будет очень комфортно вам с этими шикарнейшими видами работать, либо даже вот оставить, если у вас есть взрослый какой-то ребенок, отдельно, чтобы у него тут было свое пространство, плюс именно в этой такой, как сказать, комнате, жильем отдельном, то, что есть свой выход на террасу. Терраска небольшая, но зато виды шикарнейшие открываются. В принципе, те же, что у нас открываются и внизу с нашей открытой террасы. Ну и спускаясь к нашему главному выходу, еще покажу вам один очень интересный элемент, экземпляр, который мы не видели. Это вот дом. Это старинный дом, которому много сотен лет. Это самые первые вот именно дома, которые здесь появлялись, поэтому его хозяева сохранили. Это именно такой из камня. Очень интересно. На самом деле, такую редкость большая найти. Хозяйка его использовала раньше для рисования, поэтому тоже очень комфортно. Ну и давайте, наверное, подводить итоги постепенно. Что мы сегодня смотрели? Еще раз напомню, большую виллу с территорией 2000 метров, 20 соток. У нас сам дом имеет 3 этажа. Как вы видели, 3 независимые жилья. Самая большая, конечно, из них – это главный этаж, первый этаж. Всего можно посчитать 6 комнат, 3 санузла у нас. И помимо этого, конечно, большой бассейн и очень много зеленой территории. Ну и давайте, наверное, перейдем к тому, сколько же эта вся красота стоит. Стоимость данного объекта 1 300 000. Сразу скажу, что дом есть дом, но вы, конечно, платите не за него, а именно за вот эти все шикарнейшие виды, которые у нас открываются, и за территорию, потому что у нас, как я уже сказала, 2000 метров, 20 соток всего. И обратите внимание, эти виды у вас никогда никто не отнимет. Дом вы можете 10 раз перестроить, а вот эти вот шикарнейшие виды на Кальпе, на Морайре, конечно, это шикарное просто такое местоположение, элитное. Поэтому, если вы любитель такой роскоши, и возможности ваши позволяют, обязательно присмотритесь к этому объекту, и особенно присмотритесь, если, конечно, вам нравится вот такой стиль, немножко старинный. В принципе, вы все равно всегда можете это все поменять. Не забывайте также, что цена всегда можно обсудить, хозяева готовы идти на какой-то торг, поэтому если вам заинтересовал этот дом, обязательно пишите. Если же нет, то в любом случае можете просто написать ваше мнение, нам всегда будет это интересно. И, конечно же, если вам понравилось это видео, можете поддержать нас лайком. Ну и увидимся с вами очень скоро при просмотре следующей недвижимости. Всем отличного дня!